Всем привет! Сегодня мы играем в игру под названием Soul Knight. Карта Розмарин. Первый уровень я прошел без записи видео, а второй попробуем пройти на видео. Выбираем рыцаря и отправляемся в путь. Первый этап, естественно, проходим без оружия. Сейчас увидим на видео. Скорость атаки довольно высокая за счет кликабельности безоружного воина. Быстро нарезаем противника. Добиваем последних ребят и выбираем радужную кисть. Самый такой сильный предмет, который нам дают вначале. И уже дальше проходим с ним. Я, как всегда, забываю использовать навыки. Но думаю, это мне не помешает пройти данные этапы. Используя навык, мы начнем атаковать с двух рук. Что усиляет нас многократно. Также мы отражаем, даже не отражаем, а разрубаем вражеские дальние атаки, что позволяет нам дольше выживать, не получая при этом урона. Так, заканчивается таймер, все исчезают, забираем крокеты бесплатные, которая нам, в принципе, бесполезна, поскольку мы пользуемся ближними атаками. Запиваем все винишком, которое дает нам 4 здоровья. Смотрим на навыки, которые нам представлены. Так, это не подходит, а вот это уже интереснее. Так, переходим на следующий этап. Третий этап мы также без проблем проходим. Так, завершается волна. По завершению волны приятная мелодия у нас звучит. Кушаем крокеты. Хотя они для нас бесполезны, лучше вы скушать что-нибудь более полезное, которое будет восстановить нам здоровье. На полезный навык, который нам хочется, не хватает. Дыхание дракона. А очень бы хотелось попробовать, что это за навык. Берем эффект статуи инженера и переходим на следующий уровень. Рубим врагов постепенно, восстанавливая ресурсы в виде бобов. И плавно подходим к завершению таймера. Так, забираю, наверное, навык. Движение удара по врагам дает единицы энергии при максимальном количестве следующих применений навыка. Сбрасывает все единицы, чтобы усилить эффекты, выпускаемые. Угу. И лапшу бороду дракона скушаем, чтобы усилить навыки. И пойдем в следующий раунд.
Дальше начинаем нарезать врагов. Используем навык. С навыком у нас увеличивается урон, ДПС. Поскольку мы постоянно убиваем врагов, наш навык продляется. И мы получаем почти на весь бой ультимативную способность, что позволяет нам наносить еще больше урона. Так, волна закончилась. Посмотрим, что нам выпало. Моллюска, борода дракона, молоко. Что же мы выберем? Наверное, бороду дракона заберем. Молоко и моллюск. И идем в следующий бой. Итак, начинается у нас шестая волна на острове Розмарин. Дальше продолжаем истреблять врагов. Используя, не забывая использовать ультимативную способность, навык, чтобы быстрее нарезать наших противников. Так, смотрим. Из полезных навыков чаще всего я выбираю иммунитеты. Вот у нас иммунитет к токсинам и газам, к замедлению. Увеличение урона от яда. У нас как раз кисть наносит от яда урон. Замечательное приобретение. Так, при нанесении критического урона увеличивается скорость. Броня медленно восстанавливается при движении. Отличный навык, заберем. Это нам бесполезно, а это... Вот тоже можно забрать. Похожий на окно, тот, который у нас есть. Я думаю, они суммируются. Переходим на следующую волну. И потихоньку продвигаемся к боссу. Так, у нас сейчас седьмая волна. И у нас 40 секунд на то, чтобы нарезать крипцов. Появляется у нас куча мартышек в масках, которых мы... Красивенько так нарезаем или поглаживаем кистью с разными эффектами. Вот они у нас подгорают, получают урон электричества от яда, от холода и потихоньку умирают. Получаем винишко бесплатную, которая дает 4 здоровья. Так, шанс на критический удар забираем. Восстановление жизни забираем. Оружие нам не надо. Так, выпадает сфера энергии. Тоже заберем. И навык, которым, наверное, мы не воспользуем, потому что мы не будем умирать. Так. Священная звезда. Ну, все равно заберем. А там будет видно. Итак, у нас восьмая волна. Сейчас... Ого. Первым такого не было, кристаллический гигант. На первом уровне сложности босс на 15 уровне, финальный только. А на втором уровне сложности появляется новый босс и дается больше времени на его уничтожение. Ну, с ним мы быстро справляемся за счет того, что у нас ультимативный навык удваивает наш урон, скажем так. И мы быстро с ним расправляемся.
получаем за босса железную руду, которую мы обязательно соберем. Так, нам попадали бесплатные плюшечки, которые мы обязательно скушаем. Так, что нам дает мяско? Мяско нам дает 2 урона в ближнем бою, обязательно его забираем. Оружие мы не заберем, посох нам не нужен. Так, что это у нас? Движение, удары. Так, забираем. Навык забираем. И идем в следующий раунд. Так, у нас 9-я волна начинается. Я думаю, до 15-го уровня больше боссов не будет таких больших. Хотя пошли усиленные бойцы, как видите. Большие такие цветочки, которые мы сейчас тоже нашинкуем. Справляемся мы с ними довольно-таки хорошо. Все они разлетаются. Урон по здоровью почти не проходит. Броня восстанавливается. Отлично, справились мы с этой волной. Смотрим, что у нас бесплатно есть. Нету ничего, зато есть пампушка. Так, остальное это оружие, которым мы не будем пользоваться. Потому что у нас есть замечательная кисть. Так, на 10-м этапе, я думаю, тоже мы сложности испытывать не будем. И спокойно его пройдем. Смотрим, что у нас еще выпало из навыков. Выбираем, естественно, самые полезные, которые нам нужны. Так, посохи нам не нужны, а вот защита как раз пригодится. Возьмем статую вора и пойдем в следующий раунд. Так, у нас начинается 11 раунд на острове Розмарин. И очередные 40 секунд, за которые мы будем рубить бойцов. Какой-то крепкий у нас воин получается. И с него прилично таки падает бобов. И он таки не один. Но мы с ними все-таки справляемся. И потихоньку нарезаем. Так, смотрим, что у нас выпало. Кровавая Мэри забираем. Так, увеличение урона. О, это замечательная вещь для нашей кисти. Сократить время восстановления навыка тоже замечательно подходит. Так, обновляем магазин. Я, кстати, не обращал внимания на эту функцию. Так, вафля. Нет. Кокос, замечательно. Стихийный урон тоже нам поможет. Так, пули рикошетить мы не пользуемся пулями. Еще раз обновим, смотрим, что у нас лапша борода дракона плюс.
Ударные волны от разрушения щита тоже замечательное приобретение, которым мы обязательно воспользуемся. Так, 12-я волна у нас начинается. Появляются у нас вот эти огромные цветочки, которые мы нарезаем. И их маленькие копии. Боевка проходит в суперскоростном режиме за счет навыка. И заканчивается у нас таймер, собираются бобы. Смотрим, что нам выпало. Сокращение, восстановление плюс 25 забираем. Оружие нас не интересует. Попробуем обновить магазин, посмотрим, что здесь есть. Оружия нет. Хотя бомбардировщик я таким еще не пользовался. Сфера испытателя дороговато. А вот увеличение дальности атаки ближнего оружия как раз отлично подходит. И идем дальше. Так, 13-й раунд. Посмотрим, что здесь будет. Так, щупальца, цветочки, большие цветочки. Ну, ничего сверхъестественного пока что нет. Потихоньку нарезаем крипцов и собираем бобы. Так, по окончанию таймера все крипцы исчезают. Забираем свой жареный стейк. Суп из корней лотоса тоже выпиваем. Так, это мы не будем брать. Обновляем магазин, смотрим, что у нас есть еще. Восстановление энергии, максимальное здоровье забираем. Бесплатное обновление предметов. Нажать и забираем. Попробуем. Нам даже в этом раунде дали обновить бесплатно. Так, восстановление жизни полезно нам будет. Так, статуя неинтересна. А иммунитет заберем. Как всегда я говорю, иммунитет — это очень полезная вещь. В любом сражении. Так, 14-й этап. Как раз перед боссом. Отлично, прошли. Так, увеличить навык плюс 3 уровень. Это у нас урон стихии плюс 1 собираем. Полезно, потому что у нас кисть наносит только стихийный урон. Обновляем магазин серии убийств. Не знаю, что это, но попробуем. Скорость к стрельбе мы не стреляем. Монстры взрываются, на это у нас нету денег. Блокируется один стихийный эффект. Каждые 12 секунд заберем. И переходим к боссу, собственно. Итак, босс у нас на 15-й волне. Смотрим, сверху у нас связанный пленник. А босс у нас древесный король. Активируем навык.
чтобы наносить больше урона. И потихоньку нарезаем это дерево. По противнику урон проходит довольно-таки тяжело. Сопротивление у босса хорошее. Нам сбивают броню, но восстановление здоровья хорошо работает и быстро все восстанавливается. Итак, добиваем босса. Отлично. И с ним заканчивается вся волна. Забираем то, что с него выпало. Пленника мы так и не освободили. Выпадает магазин, но возможности дальше играть у нас уже не будет. Поэтому бесплатно обновляем магазин, смотрим, что еще выпало. И уходим, наверное, в портал. Угу, интересно, интересно. На этом мы заканчиваем данное видео. Можно посмотреть, что мне выпало за всю игру. Играли мы за рыцаря с кистью. Второй уровень. Вот так примерно все. Спасибо за просмотр. Всем пока.